друзья, дорогие наши любимые зрители, спасибо вам, что вы с нами в этот день. Сегодня мы заканчиваем наш 33-й театральный сезон. Спасибо большое. Это первый сезон без нашего учителя, Олега Павловича Табакова. Но он завещал нам, его ученикам, дело надо делать, ребята, дело. И мы продолжаем дело нашего небесного художественного руководителя. Эти аплодисменты. Огромное вам спасибо за вашу любовь, за вашу нежность. Попытайтесь быть счастливыми и любите всегда театр. До новых встреч в новом 34-м сезоне!